Колонна. Дождались. Отработали результаты. Всех треба, блин. Слава Украине. Ну, было 7, уничтожили 4, а остальные 3 попадали в кюветы. То есть колонна никуда не ушла. Вот там вот. А живые остались? Да, сбежали, их словили местные. Потому что эти сволочи вернулись в село, блядь, начали расстреливать людей, воровать машины и пытаться уехать. Прямо в кузов. Что осталось? А какая ракета была? Ну, Стугна, все Стугна. Стугны отработали. О, ё-моё, домкрат. Да тут вот так пипец, пол машины нульс, вообще, блин. Машины абсолютно новые, блин, новые двигатели. Сейчас тут может, о, не обугленный. Гуляш с картофелем, бля. О, сейчас еще что-то найду. Вот какие-то джемчики. Я посмотрел тут. Рагу из овощей. Посмотри, какой баночки, бля. А, это Ураль. Нет, подожди. Это не Ураль. Это Камазиль. Вот такое вот счастье, блядь. Машина полностью по снегам, что только не валяется. Вот цинки с патронами, блядь, всех калибров. Ящики. Не заметил. Разрывало. А там целых 17, 78, 50. Ну, это, видишь, разные модели танков. Вон, видишь, из России там замалевано что-то. Да, есть бы отверточка, чем крючочек. Ножик. Можно и нож. Да.